Автомобильный холодильник итальянской компании Indelbi, модель 51А. Подойдет для семейных путешествий, охотников и рыбаков. Полезный объем 47 литров. Есть камера охлаждения и камера заморозки. Установлен надежный и экономичный компрессор Secop. Питание от прикуривателя 12 или 24 вольта. Или от обычной розетки 220 вольт. Способен работать в условиях сильной жары, создавая температуру внутри до минус 18 градусов. Понятная и простая панель управления. Внутреннее освещение. В комплекте поставляются дополнительные ручки для переноски и съемная корзина для продуктов. Установлена система защиты аккумулятора автомобиля от полной разрядки. Испаритель защищен пластиковой поверхностью, что предотвращает его случайные повреждения во время движения. Отлично работает в условиях постоянной тряски и выдерживает наклоны до 30 градусов. Потребляет мало электроэнергии. Гарантия на автохолодильник 3 года.